У нас есть комиссия, я даже комментировать не хочу, потому что у нас эти эксперты, которые работают с UFC, это УСАДА, и меня до боя, после боя 4 раза проверяли, кто-то выставлял там фотографию, что у меня была вена в синяке, но в Австралии у них своя комиссия была, которая брала кровь, и весь бой это было в среду, и фотографии начали выставлять. Ну, брать с четверга, где у нас была фотосессия. Ну, это просто кто-то из бойцов развел эту тему воздушно, а со стороны UFC или УСАДА никаких.